62% калмычан проголосовали за поправки в Конституцию Российской Федерации 1 июля. Предварительные результаты голосования на Колыме озвучил региональный избирком. 8 часов понадобилось специалистам на подсчет голосов и введение результатов в единую систему ГАЗ-выборы. Всего было задействовано 86 избирательных участков. Жалоб о нарушениях не поступало. Результаты следующие. Всего у нас приняло участие в общероссийском голосовании более 50,5% наших земляков. Это в абсолютных числах почти 60 тысяч колымчан. Достойный, я думаю, результат. Напомню, абсолютно верное замечание Сергея Константиновича Носова, губернатора Магаданской области, что гонки заявкой не будет. Для нас была более важна чистота процедур, для нас было важно обеспечить безопасность всех голосующих, членов избирательной комиссии, и, насколько мы сегодня понимаем, мы с этой задачей справились. 25 тысяч магаданцев проголосовали досрочно, что помогло снизить нагрузку на избирательные участки. По предварительным результатам одобрили изменения в Конституцию Российской Федерации 62% жителей, против более 36%.